ступа сбоку стоять. Самая основная задача со слизнями, за слизней скажет только наш ДПС. Не забудьте бурсты, не отдавайте. Бигдем там ярость оставь на двух слизней. А на вторых, на второй переходке мы с Герой будем их убивать. Задача их эти две переходки прожить. Дальше уже от наших таунтов зависит. Самое главное, выходите с луж, не ловите пельмени и колбы. Так, проверка. Босс несложный, вот это все сделать и выжить. Самое главное, не сдыхать, как бичи. Присты, пристов баф. Так, я пью. Спасибо. Сейчас настакаете. Да, 100%. Ну не 100. Нет, 100 не надо. Больше 50. Там даже 30, 20-30 хватает. Мало. Подходите ближе, там только один на пол, смотрите, с агро. Давайте на счет 3 начинаем. Раз, два, три. Луж разольется, сразу ведешь в квадрат. Лужи. Две лужи в РДД выпрыгивать. Первый зеленый готовимся. Что там у профа, блять? 84. Тоже стопы тоже. Стопайте. Сейчас красного надо убить. Стоп, стоп. Служи, выходим. Че, переводите? К столу идите, веди к столу. Бидон, вставалку юзай быстрее. Красный. Оранжевый. Вот жересы его. Опа. Вадикон по бидону залей. Почему зеленый там? А, я понял. Бейте, бейте, бейте. Ну так, а чё вы уперлись туда, нахуй? Перекаст, перекаст. Меняй цель. Били, блядь. Диспельте куклу. Берегите. И куклу еще, кстати, не хилят. Диспельте, нажимись. Ложитесь, ложитесь, топайте там, вставайте в лужу. Когда зеленый доходит до стола на вас, да? Вы вставайте ему за спину, чтобы отлететь в центр комнаты. Делается это для чего? Потому что он, когда вас выбрал у стола и опять взорвался сразу, вас не успели отхилить. То есть, когда слизень вас откидывает от себя на 30 метров, это время, пока он идет до вас, вас захиливают. Вот зачем нужно вставать от слизня с разных сторон. Ну и ДПСа чутка не хватает. По зеленому, да? По всем. Даже с Эльдурио не хватает ДПСа. А без него вообще нехуй сюда идти. Так что вот эти вот, кто внизу, там одеялка, ностальгия, надо их хапать. Мастер вообще слабый. Призан. Призан максимально что выжимает на энхе. Дальше что, холи дринк, водикон. То с РДД норовис побольше, норовис нормально. ШПшники понятное дело, маги понятное. Нормально. Вот одеялка очень слабо. Вот у всех, чтобы не меньше 14 было, вот эти как первые, это шестое место хотя бы.
За милика не скажу, но хотя бы 12 он. Когда вы уже все оденетесь, чтобы прям просто да приходить и ебашить, блядь. Мечта, мечта. Прекрасная мечта. Да время идет, люди не одеваются. Каждый раз так, приходит. А что ты думаешь? Ну, типа взять одетых людей, так им нахуй тут ничего не надо, блядь. Так я про то, что время идет, а люди не одеваются. То есть уже там третье, четвертое, пятое, когда приходят, и не одеты. Они же не ходят, как ты, блядь. Ты себя-то не сравниваешь с ними, блядь. С теми, кто... Ну, блядь, что делать? Типа, я не могу, нахуй, приходить в рейд, блядь, и постоянно, нахуй, в одном и том же шмоте. Мне, блядь, противно просто. Это понятно, противно. Не все такие, блядь. Когда ты, блядь, есть что выбивать, блядь, а ты приходишь... Бывают разные ситуации. Бывает, не падает, нахуй. Бывает еще что-то. Бывает, человек мало играет, нахуй. Сюда-то пришли, блядь. Ну... Так же, как на лану походим, 3 недели нахуй убьете. И ДПС за это время как раз вырастет. Вот ностальгия где? Вот треснулся, ставлю рыбу. А, или там стоит? Это... Падает, не падает. Это... Ребята, там... Вы отдавали, как я просил, эти... Как они, с бурсты на слизней? То есть крылья, да, да. Всю вот эту хуйню оставляйте на 2 слизней, на вот этих. Еще раз объясню. С квадрата, ну, зеленый когда идет, он отсюда идет. Вот те, кто под столом стоят, то есть переходка, вы с профом у стола. Вы и профа в это время бьете, то есть вы его переводите. И в это время вот слизень вот здесь вот выбрал челика, да, под ногами профа. Вы смотрите, ага, вот я такой милик. Я вот так вот стою. Я рассчитываю, что слизень подойдет вот сюда, и я окажусь у него за спиной. Меня откинет вот сюда, в крест, где вы стоите. Вот. Пока слизень идет до туда, его уже 40% ему снесут. Когда он откинет, уже его РДД будут бить. И когда он выбирает цель, вы стоите, милики, в кресте. Ну, кто там с зеленым дебафом. Он выбирает цель, вы ждете. Выбрал цель, бежите на него, бьете. И, ну, а потом... Потом, я не знаю, потом можно отлететь обратно, то есть в обратную сторону к столу. То есть вот он идет оттуда, да, и вы добежаете за него и бьете за спину. И РДД тоже к нему за спину забегают на момент взрыва. Вот если вы будете в разные стороны разлетаться, он просто одного челика, вот один челик сюда отлетит, вот здесь, он его выберет и убьет. К нему не успеет сбежаться. Вот самое главное, сбегайтесь вместе все. Вот поэтому на историю, вот квадрат. История понял, да, смысл? Ладикон кружок. От пельменей водишь. Давай, что, Нурику хочешь со следующего трая, да? Да и я пойду тоже. Все, последний трай на сегодня. Так, мне нужно еще кое-что узнать. Вот давай голос. Ну, это. Не знаю, голосование. Нет. Завтра что пойдем? Сюда пойдем? Льду. Может быть, ИВК? ИВК 25. Там нужна воля совам, там нужна прига кому-нибудь. Действительно, пускай люди осваивают. Зачем вообще играть? Вы в льду ходите? Ну, для какой цели? Готовитесь к гере? Или что там делать-то? Галанир собираем. ИВК просто нас апнет. Хорошо. ИВК надо закрывать ебаные плащи, блядь. Типа, ну, уже. Да, завтра попробуем. С этим ебучим 264-м плащом. Завтра попробуем сходить. Это. У меня ИВК есть убийство, там можете на канале посмотреть. Там не снюхаюсь. Хотя это с блокером, не смотрите. Попробуем без блокера убить. Давайте даю. А, не отсчет, сейчас я выпью эту. А ссылку на канал можно? Там в Дискорде есть. Этот Хотай. Едим. Пристыне бафали опять. Ну бафните, ёбаный, вот хули. ИВК сходим, льду сходим. А кто этого блокера вообще принес сюда? Ну какая гильдия ты сделала? Админы так придумали, этих сделал. Ну экзальти да кто сделал, кто первый убил? Сагри. Я не знаю, ребята, ну вы хуйню какую-то делаете, вас просили это делать? Вот кто агрит. Я тоже не знаю так.
Будете в луже дохнуть, буду за это еще преподавать. Если не выбегаете из лужи. Зеленый, готовимся. Здесь что вы там делаете? Я вот понял. Ровист Шектора резы. Виннер ему зальешь. Колкорок. Ровист! Красный. Сука, кончик, научитесь делать, сука, блять. Стопали, где урон? 83. 82% урон стопали, по-моему. Почему так сложно? Уже выходит. Прекрасно. Да на нем было? А, не захилили, да? Молодцы, нахуй. Бафы нахуй надо давать. Дубль 2, ностальгия, рез из Шектора. Мне интересно вообще, ну. Баф, смотрите. Что? Что? Вставай, Шектор, я тебе рез. Бейте, бейте. Погоди, погоди. Я умру. Красный, имеет смену цели. Не, это не пельмени. Тот, это не тот рейд, можете ложиться. Снимайте куклу с диспальти. Все, хватит на сегодня. Ладно, убили, молодцы. Не, Синдра еще хлеще, нахуй. Ну, хуй знает, мне так Синдра полегче. Вы говорили, что легче. Синдра полегче. Во-первых, тут не хватает ДПСа. Вот сейчас как есть, тут, судя по слизням, если они не убиваются, нахуй, за плевок, если они за плевок не убиваются, все, тут нехуй делать. Вот эта переходка должна проходиться. Это основа, блядь. Просто нету столько персов нормальных. Ну, и либо они не играют сегодня. Вот и вся история. Может быть, в первый день пробовать убить либо Прока, либо Лану, чтобы... Ну, типа, в первый день просто приходят самые одетые челы. Да, посмотрим. И Войд надо, и, ну, как бы, Синдур тоже попробовать. Вдруг она полегче. Да, будет. Ну, блядь. Можно. Все гильды говорят, здесь Синдра легче. Можно заглянуть, да, я не спорю. Проф достаточно тяжкий, да. Но, типа, если там челики будут на глыбе, так же, как в обычке лутают урон, там сразу минус 3, минус 4 будет, блять. Ну. Поставьте портер тут. На Синдре нехуй делать. Ну. Ладно, все, на Синдре. Нет, это понятно. Так, кому я там ЕП должен накинуть? То с этот. Кто мне заменить? То, кому я забыл? Кому-то я не накинул. Кто-то не был в рейде, когда я накидывал. Бунгену. Не люблю щиты. Да, не люблю щиты был. Был. Его же заменили, нет? Да. Так был же. Ну, он, да, он с нами был часа два, наверное. Трайл. Не, я про ИП его вроде не накидываю сейчас. Не люблю, и кто еще? Ну, это Фар. Который был с нами. Фар был. На кучу там начинается. Генвар, Кунген и Синтек. Синтек, да. Ой, ты сейчас спать уже пойдешь? Да. Блин. А что вы хотели? Я хочу кару ХМ. Я шел, хотел эти печеньки полутать, блядь. Требуем кару. Как нахуй не знаю, на эту ебаную оперу пошли, блядь. Нихуя не убили и все. Всех хуй забили. По итогу Биг Дэм нахуй начал новое собирать. Хватит кару ХМ.